Шоумен Максим Галкин предал Россию и пути обратно в страну ему нет. Такого мнения придерживается музыкант и режиссер Александр Левшин. Своей точкой зрения он поделился в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ. Левшин начал работать с певицей Аллой Пугачевой еще в 1980 году, однако с тех пор многое изменилось. Музыкант осудил поведение звездной пары, сбежавшей в Израиль, и заявил, что Максим Галкин переступил черту своими действиями и словами о России. Максим тоже был любимец публики и зрительницы обожали его безумно. Он такой симпатичный, с юмором. Но стал заниматься не сатирой, а унижением целой страны. И возврата не будет, слишком много наговорил и говорит. Это воспринимается, как предательство, обвинил известного шоумена Левшин. Музыкант также предположил, что за поступками Галкина скрывается корыстный мотив, артист просто пытается сохранить свои сбережения, ведь западные страны замораживают счета лояльных к России людей. Ранее стало известно, что Максим Галкин поразил поклонников осунувшимся внешним видом на сольнике Лаймы Вайкуля, который посетил вместе с супругой Аллой Пугачевой.